Всем доброе утро, ребята. Ну что, вот практически закончились черновые работы в нашей комнате. Сейчас я вам все покажу. Вот такие обои мы наклеили. Клеили мы их неделю. Ну, потому что стенки кривые и неровные, по идее их надо шпаклевать. Но уже на это не было и времени, и сил. Поэтому клеили как клеили. Там, где сверху краска от потолка, там плохо приклеивалось. Ну, мы там купим наличник, вернее, потолочный плинтус, и его там, соответственно, поклеим. Вот, может быть, даже купим сегодня. Сегодня мы поедем в Ленту за продуктами и сразу же заедем в Кастораму. Потому что завтра придет мастер, который будет делать нам розетки. Вот я вам вчера говорил, что у нас нет света. У нас нет света, потому что вот мы сняли розетку, выключатель, плафон, да, соответственно, и нужно ставить новое все. Вот, поэтому у нас работает только электричество. Мама пока у меня сидит вот за гладильной доской, здесь у нее ноутбук. Телевизор стоит, соответственно. Да, вот люстра, которую я вам показывал, вернее, говорил вчера про нее. Так, вот это не отсюда. Это мы просто вчера разбирали балкон. И вы знаете, как вот у многих есть такая, наверное, ситуация, что ты разбираешь старые вещи и выкинуть жалко. Ты думаешь, пригодится. Я тоже вчера думал выбросить. Это такой некий обогрев. То есть можно положить под попу. Вот, я вчера включил, он работает. Ну, ребят, ну как можно выбросить? Конечно же, пригодится где-нибудь, когда-нибудь, но я думаю, что опять, наверное, это все уберется на антресоль и там будет лежать. Вот такая вот люстра круглая, она на пульте управления, и там очень много проводов. Мастер, которому мы вчера звонили, мастер этот жил у нас в соседнем подъезде, но так получилось, что он уехал отсюда, он переехал, но у нашей соседки остались контакты. И она сказала, что он хороший мастер, он делает все... Ну, я уже сейчас, честно говоря, не знаю уже, я с точной уверенностью, что он хороший мастер, говорить не буду, потому что все так говорят, но в итоге вот мы уже второй раз нарываемся. Но я надеюсь, что будет с электричеством все хорошо. Потому что, по-моему, год назад электричество мне делал тот, у кого я купил свою машину. Вот, мне не понравилось, как он сделал. Да и теперь после света событий, после... моего автомобиля, да, то есть, ну, то, что я узнал в процессе и то, что он мне не сказал, я не хочу общаться с этим человеком, поэтому вызовем другого. Вот, вот такие вот, значит, вот люстра, да, и вот такие вот будут плафончики. Вот, но видите, как они, два плафончика колотые. Они колотые, и вот пришлось подклеить. А, вот еще один. Я думаю, куда он делся-то? Вот он. У нас клеевой пистолет, вот он так приклеился. Да, я понимаю, что это выглядит некрасиво, абсолютно некрасиво, но плафон будет вот так вот кверху, ребята, сверху. Сейчас покажу, вот так. И я думаю, что этого будет не видно, потому что вот такие плафоны отдельно, они не продаются. Я, конечно, спрошу, это нам подарила мама моего племяшика, Женя. Я ей попробую потом позвонить, или, может быть, когда она придет в гости, у нее спросить, где она покупала эту люстру, потому что это она нам дарила. И, может быть, эти плафоны продаются отдельно, потому что название у люстры я так и не нашел. Там какие-то буквы, цифры, не знаю. Люстра очень сложная, у нее очень много проводов, у нее есть пульт. Сейчас я вам покажу, может быть. Вот, сейчас, секундочку. Покажу. Здесь еще какие-то, видите, это значит саморезики. Вот такая вот маленькая батареечка. И, соответственно, сейчас вот одной рукой, видите, неудобно вытаскивать. Оп. Вот, вот такой пульт, смотрите. Мне этот пульт напомнил ключ от автомобиля BMW. Вот так это все на стенку приделывается, соответственно, и включается. Я не знаю, я пока еще не читал инструкцию, что это такое, ABCD. Не знаю пока. Ну, вот такой вот пульт будет. Вставим туда батарейку потом, когда подключит. И будем уже смотреть. Там какие-то разные цвета. В общем, там, по-моему, еще какие-то режимы. Режим дискотека, что-то еще. В общем, не знаю. Ну, вот. Да, вот потолок. Ну, на камере будет видно, что вот там вот видно. В общем, где не прошпаклевано, вот там вот, соответственно, там плохо краска легла. Вчера ходили к соседке снизу, к маляру. Ну, она уже на пенсии. Спрашивали, не нужно ли ей два вот шкафа, которые у нас были.
Я, кстати, разобрал, нужно будет по частям. Сегодня, может быть, какую-то часть вынесу. Она сказала, что да, я и сама могу красить, но уже нет сил. Вот, и зять у меня хорошо все делает, но вот пьет человек, ему ничего не нужно. Так что вот завтра будет мастер. Сегодня нужно поехать в Костораму и купить розетки. Он сказал, специальные какие-то нужны розетки, но вы знаете, я вчера посмотрел на сайте, и эти розетки, они какие-то, ну, такие как совдеповские. Я, конечно, не знаю, может быть, действительно, да, они под заземление, они уже с евроразъемом, с новым. Ну, ладно, какие человек сказал, такие сказал. Единственное, что нужно купить, наверное, не белые, а коричневые сюда. Вот, и в принципе все. Потом уже будем заказывать, вот здесь будем все отрезать. Плинтус. Ну, сюда можно, в принципе, плинтус не класть, если здесь будет стенка вовсю. То есть во всю стену, да? Масломасляная стенка во всю стенку. Вот. То тогда, соответственно, ну, будем называть ее не стенка, а гостиная. Может так говорить, не знаю. Ну, скорее всего, это не гостиная, это стенка. Здесь это все отрежется, и здесь поставится стенка. Стенку, наверное, мы уже закажем Макарену, как я говорил. Только единственное, мне бы хотелось, конечно, где-то в каком-то магазине посмотреть на нее живьем. Так, не удивляйтесь, у нас старый пылесос советский, но он, ребята, работает. Был у нас пылесос новый, модный, навороченный, сломался, по-моему, через полгода. Ну, барахло. Вот этот пылесос кряхтит, пыхтит, но до сих пор же сколько лет работает. Ну, нам больше и не надо. Вот, может быть, со временем потом куплю робот-пылесос, но как-то не знаю, мне не внушает доверия. Хотя люди говорят, что удобно. Так что вот так, все. В общем, сделаем, соответственно, электричество. И, соответственно, закажем стенку. Потом уже занесем старый, ну, пока старый диван вот сюда. И сюда уже будем ставить стол и два кресла. Так что вот так. А сейчас мне нужно кое-куда сходить, сделать кое-какие дела. Там еще с машиной немножко. Потому что сегодня в ленту мы поедем на машине, чтобы сразу все домой привезти. Так что вот такой будет сегодня день. На улице сегодня очень-очень холодно. Сильный ветер, прям такой пронизывающий. Но я сейчас иду заниматься с машиной, а потом мы поедем в магазин. Но в магазин мы поедем на машине, потому что надо будет много сегодня всего везти, и продукты, и материалы. Так что вот сейчас немножко там доделаю то, что мы не успели сделать в субботу, потому что я спешил в ресторан. И, соответственно, потом поедем. Но это будет попозже. Вот, видите, как сильный ветер, ужасно, просто очень холодно. Хотя пишет, что плюс 4. Вот, может быть, если бы не было ветра, было бы тепло. А так как ветер, очень-очень холодно. На улице, ребят, уже совсем темно, вечер. А мы еще только едем в Ленту и в Костораму. Ну, так получилось, на то были свои причины. Так что вот, поедем сейчас на машине. Потому что, во-первых, и холодно, и темно. И нам еще нужно, если будут, купить потолочные плинтуса. Вот, поэтому сначала в Ленту за продуктами, а потом уже в Костораму, а потом домой. Так что вот так получилось у нас поздно к вечеру, но ничего не поделаешь. Так что сейчас все быстренько это сделаем. Так, ребята, я в Ленте, и мне нужны кукурузные хлопья, не сладкие, чтобы приготовить курицу по рецепту канала Саранча. Но дело все в том, что здесь сахар. У них по всей везде есть сахар. Так, вот здесь тоже сахар. У них везде, ребят, есть сахар. А вот это. Ну, вот здесь. Так, давайте почитаем, где тут написано. Господи, боже мой. Так, вот тоже сахар. Значит, надо... Я так понимаю, что они все с сахаром. Да, они все с сахаром. Так, возьмите, я... Ну, это, наверное, такие же. Ну да, здесь тоже сахар. В общем, ладно, буду искать там, где без сахара. Робот-пылесос Polaris. Вот. Тяжелый какой. 9900. Это, короче говоря, тут вот товары в Ленте, которые вот они сверху, а по фишкам. То есть собираешь фишки, и тебе там скидка идет на товар. Вот на то, чтобы получить робот-пылесос, можно 25 фишек. Слушайте, ребят, это получается, что 25 фишек, 5000 будет стоить робот. Это интересно. Надо посмотреть, сколько он так стоит. И если это реально выгодно, то можно собрать фишки. Надо узнать, для какого акции. Сейчас на кассу пойдем и узнаем. Интересно, очень интересно. Слушай, смотри, как интересно.
Слышишь? Фишки собирайте. Смотри, вот робот-пылесос 10 тысяч. А если соберешь 25 фишек, он будет стоить 4 999. Смотрите. А что, думаешь, он плохой? Да. А если попробовать? Я бы купил. Зато ездить поп. 5 тысяч вообще, это охренеть. Ездить поп. Да? А мне кажется, круто. Так, ребята, ну что? Будем выбирать потолочный плинтус. Вот они всякие разные есть. Вот, но нам надо простой, белый и вот, ну, что-то примерно вот из этого. Только я не знаю, узкий, короткий, длинный. Вот они, смотри. Вот это белый. Там вот если коричневые, вот те, которые, они подороже. Белый, да, ты хочешь? Так, а зачем нам как у Ирки-то? Ну, надо свое что-то, чем мы будем как у всех. А вот, а там у нее что было? А вот, ну это большой слишком. Ну давай вот такие возьмем. Или вот такие, не? Или вот такие. Вот такой, мне кажется, будет. Как раз он прикроет все неровности, которые есть. А, он двухметровый. А, такие красивые. Знаешь, как красивый. А вот это вот снизу или сверху? Снизу. Тоже двухметровый, да? Или сверху, я не знаю, как он. Мне кажется, что вот так. Но это мы, по ходу дела, это примерим. А не так. Все равно так будет середина клеится. Здесь-то не клеится. Ну, я понимаю. Можно, да? И так сделать. Ну, надо смотреть, как это будет выглядеть. А это сколько? 82 рубля. Ну, они все двухметровые, оказывается. Они чуть калаши не больше. И сколько нам надо метров-то считать? 15, 14. Так, сейчас посчитаем. 10. Так, сейчас, подожди, я посчитаю. 7. 7 штук надо таких, да? 15, это, да? 8, да. Значит, 8. Вот, ну сейчас посчитаем, посмотрим, сколько надо. В общем, ребята, мастер сказал нам купить шнайдеровские включатели и розетки, но дело все в том, что розетки у них продаются отдельно, то есть без основания. И они есть разные. Какие покупать, мы не знаем пока. В общем, заморочка кругом везде. Вот, они продаются вот отдельно, то есть от корпуса. Сейчас, если там есть. Где они тут? Вот. Вот, грубо говоря, вот такие. Еще к ним надо докупать вот само вот это основание. Оно стоит отдельно. Занято у него, да? Угу. Просто я не знаю, почему нельзя купить, например, просто вот, например, такие обычные, вот уже готовые. Вот ты ему бы задал вопрос. Я что буду говорить? Потому что вот они получают. Ну, здесь вот этой фирмы такие же. И здесь отдельно. В общем, сейчас будем до него дозваниваться и узнавать, можно ли купить другие, потому что мне проще купить уже все в сборе, а не бегать и не искать. Ребят, как плохо быть не электриком? Ну, я, в принципе, по идее, разобрался, но все равно. Мама говорит, я пойду сейчас найду продавца, лучше спрошу у продавца, что нам нужно. Ну, Schneider Etude, который нам сказал купить электрик, таких нет. Просто шнайдеровские, они продаются все по отдельности, и они все дерибасовские. Ну, у них вид такой совдеповский. И стоит это даже дороже, чем можно купить что-то приличное. В общем, ладно, сейчас до него не дозвониться, до этого электрика. Или продавца найдем, или дозвонимся до электрика. Но все равно что-то покупать нужно. Что, я пока не знаю. Везде трудности какие-то. Я думал, сейчас быстренько придем, возьмем, а нет. Надо ходить и выбирать. Ладно, будем смотреть, что есть. В общем, ребят, покажу, что мы купили. Все-таки я выбрал вот такие вот Хегельмастер выключатели. Вот такой двойной выключатель. И вот такие простые розетки. 3 штуки. Вот, я думаю, что они подойдут. Ну, раз нету Шнайдера Этюда. Шнайдер Этюд, объясняю. Шнайдер просто вот без окантовки вот этой вот. А Schneider Etude вместе собранные. Ну, они вид такой дерибасовский. А эти вот такие. В общем, вот такие мы купили. Если что, я думаю, что завтра он их и поставит. И еще лампочки для люстры. Пока 2, потому что неизвестно, как, что, какие там нужны будут лампочки. Вот, завтра мастер, мы ему отзвонили, завтра утром он придет и начнет работать.